Иркутская область во власти холодного фронта. Морозы местами почти 50-градусные. Отменены занятия в школах. Все силы брошены сейчас на профилактику ОРВИ, гриппа и на соблюдение так называемого теплового режима в зданиях. Для того, чтобы не допустить размораживания труб и батарей, организовано беспрерывное дежурство. По прогнозам, холода не отступит еще несколько дней.